Привет всем зрителям канала «Час ремонта». Зачастую дома требуется открутить или закрутить саморез, собрать мебель или просверлить небольшое отверстие. В такой ситуации выручит шуруповерт. На рынке существует множество моделей такого инструмента от разных производителей, и чтобы не ошибиться с выбором, стоит отдавать предпочтение проверенным устройствам. В этом видео я расскажу вам о 7 лучших шуруповертах для дома, пользующихся большой популярностью. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить вам, что на канале «Час ремонта» регулярно выходят новые рейтинги и обзоры различного инструмента, которые могут быть вам интересны. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе лучших товаров в строительной сфере и знать, где их можно купить по выгодным ценам. Кстати, стоимость всех участников этого топа можно будет посмотреть на специализированных ресурсах, ссылки на которые указаны в описании. Итак, устраивайтесь поудобнее, не забывайте о лайках, если вам понравится ролик, и пишите комментарии. А я расскажу вам о лучших шуруповертах для дома. Поехали! Первый герой нашего топа – Interscroll DA12ER Promo. Это компактная двухскоростная дрель-шуруповерт, предназначенная для работы с крепежом и сверлильных работ с литий-ионовым аккумулятором на 12 вольт, примечательным высокой энергоемкостью, практическим отсутствием саморазряда и эффекта памяти. Емкость аккумулятора составляет 2 ампер в час, и по заверениям пользователей хватает его надолго. Также стоит отметить, что аккумулятор устанавливается внутрь рукоятки инструмента. За счет этого достигается хороший баланс, да и весит инструмент немного, всего 960 грамм. Так что держать в руке и пользоваться таким шуруповертом будет очень удобно. А благодаря компактным размерам он не занимает много места и будет полезен при проведении работ в труднодоступных местах. Из достоинств этого шуруповерта стоит отметить двухскоростной редуктор с металлическими шестернями, обеспечивающий высокую эффективность как закручивания крепежа, так и сверления. С помощью такого инструмента вы без проблем сможете просверлить отверстие диаметром до 10 мм в металле и до 12 мм в древесине. Для быстрой смены бит и сверл у этого инструмента имеется быстрозажимный патрон. А возможность установки одной из 18 ступеней крутящего момента позволяют настроить такой шуруповерт для оптимальной работы с различными материалами. Также стоит отметить, что он оснащен ярким светодиодом, который подсвечивает рабочую зону и позволяет работать в местах с плохим освещением. В общем, если нужен легкий и компактный шуруповерт для дома или дачи, то стоит обратить внимание на эту модель. Еще один представитель Interscroll в нашем топе – шуруповерт DA18ER Promo. Как и предыдущий участник, он имеет 18 ступеней регулировки крутящего момента и двухскоростной планетарный редуктор с металлическими шестернями, за счет которого достигается высокая эффективность как сверления, так и закручивания крепежа. Также у него имеется подсветка рабочей области и быстрозажимной патрон. В отличие от предыдущего участника, Interscroll DA18ER Promo работает от 18-вольтового аккумулятора, который устанавливается не в саму рукоятку, а в ее основании. Емкость такого аккумулятора составляет 2 ампера в час, и он примечателен низким саморазрядом, отсутствием эффекта памяти и высокой энергоемкостью, а также наличием индикации уровня оставшегося заряда. Максимальное значение крутящего момента у этого шуруповерта достигает 35 ньютона-метров. С помощью этого электроинструмента вы легко сможете закрутить даже большие саморезы, а также просверлить 10-миллиметровое отверстие в стальном листе, а в дереве можно будет сверлить отверстие диаметром до 25 мм. Пользоваться таким шуруповертом удобно, он весит чуть больше 1 кг и имеет удобную рукоятку с резиновыми вставками, обеспечивающими надежный хват. Также стоит отметить, что в комплекте с этим шуруповертом идет кейс с рукояткой, в котором помимо самого инструмента можно будет хранить дополнительный аккумулятор, зарядное устройство, сверла и биты. Продолжает наш топ Bosch GCR120Li. Это отличный двухскоростной шуруповерт с крутящим моментом в 30 ньютона-метров для дома, который позволит с легкостью закручивать шурупы диаметром до 8 мм и сверлить отверстия в металле диаметром до 10 мм, а также в древесине диаметром до 20 мм. Благодаря двухскоростному редуктору можно будет выбрать оптимальную скорость для сверления, а также регулировать крутящий момент благодаря 20-позиционной муфте. Одной из главных особенностей этого шуруповерта
шуруповерта является система Electronic Cell Protection, которая защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, и тем самым обеспечивает увеличение срока его службы. Также Bosch GCR120Li может похвастаться яркой подсветкой и быстрозажимным патроном, который надежно фиксирует сверла и биты. Поставляется шуруповерт в комплекте с кейсом, где помимо самого инструмента и зарядного устройства будет парочка 12-вольтовых аккумуляторов емкостью 2 ампер в час. Заряжаются они быстро, да и заряд держат хорошо. Устанавливаются аккумуляторы внутрь рукоятки, за счет чего достигается оптимальная балансировка, и работать таким шуруповертом очень удобно. Также комфорта при работе добавляют небольшой вес и прорезиненное покрытие, препятствующее выскальзыванию инструмента из рук. В общем, если нужен компактный, надежный шуруповерт для решения мелких задач в быту, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Далее в нашем топе идет шуруповерт Metaba BS18L. За свою надежность и высокую эффективность он пользуется большой популярностью не только у рядовых пользователей, но и у профессионалов, занимающихся строительными и ремонтными работами. Шуруповерт с легкостью закручивает даже крупные саморезы, а также позволяет сверлить отверстия диаметром до 10 мм в металле и до 20 мм в дереве. Удобство работы таким инструментом достигается за счет возможности регулировать скорость в широком диапазоне, чтобы подстроиться под те или иные материалы. Также стоит отметить, что шуруповерт оснащен подсветкой и быстрозажимным патроном, так что вам не придется тратить много времени на смену бит и сверл. А еще в его конструкции предусмотрены зажим для ношения инструмента на ремне и отделение для насадок с фиксацией по выбору справа или слева. Весит Metaba BS18L вместе с аккумулятором емкостью на 4 ампера в час немного, всего 1,6 кг, поэтому держать его в руках при длительной работе будет удобно. Комфорта также добавляет эргономичная рукоять и резиновые вставки, обеспечивающие надежный хват при работе, чтобы инструмент не выскальзывал из рук. Также стоит отметить, что продается такой шуруповерт в комплекте с кейсом и зарядным устройством, а еще он совместим с любыми 18-вольтовыми аккумуляторами производителя. Напоминаю вам, что узнать стоимость этого и других шуруповертов, упоминаемых в ролике, можно будет на специализированных сайтах, ссылки на которые оставлены в описании. Deco GCD12DU3 – это компактный и легкий двускоростной шуруповерт, имеющий прочный корпус с нескользящими вставками и аккумулятор, который располагается в рукоятке. Он отлично лежит в руке, и работать им будет удобно даже продолжительное время. Что касается функционала, то шуруповерт имеет два режима работы и 18 регулировок крутящего момента с максимальным значением в 32 ньютона-метра. Он отлично справляется с крепежом, а также позволяет сверлить отверстия в дереве и металле. Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки у такого шуруповерта не занимает много времени, а предусмотренная в нем подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Что касается аккумулятора, то емкость у него небольшая, всего 1,5 ампера в час, но, как отмечают владельцы, заряд он держит хорошо и хватает его надолго. Некоторые даже проводили испытания и говорят, что полного заряда аккумулятора этому шуруповерту хватит, чтобы закрутить в дерево больше 250-миллиметровых саморезов. Да и в целом отзывы владельцев на этот шуруповерт положительные, так что могу смело рекомендовать его к покупке, если нужен компактный шуруповерт для дома или дачи. Продолжает наш топ сетевая дрель-шуруповерт Zuber DSHA-M1400. Длина кабеля у этого инструмента небольшая, всего 2 метра, но для работы дома вполне достаточно. Ну а так как этот шуруповерт работает от сети, то вам не придется ждать зарядки аккумулятора. Данный инструмент отлично справляется с откручиванием и закручиванием крепежа диаметром до 6 мм, а также позволяет сверлить отверстия диаметром до 10 мм в металле и до 20 мм в дереве. Широкий диапазон регулировки крутящего момента и частоты вращения патрона этого шуруповерта с равномерным нарастанием во всем диапазоне позволяет подобрать оптимальные параметры работы с разными типами материалов. А предусмотренная в конструкции этого шуруповерта ограничительная муфта крутящего момента со множеством установок предотвращает развальцовывание шлицов и порчу материала. Также стоит отметить, что инструмент оснащен быстрозажимным патроном, подсветкой рабочей зоны, а также скобой для подвеса на ремне и держателем бит,
которые можно будет установить с любой стороны. Весит такой шуруповерт чуть больше килограмма, поэтому им будет удобно работать даже длительное время. Также комфорта добавит рукоять эргономичной формы со специальными накладками, которая препятствует выскальзыванию инструмента из рук. Завершает наш топ еще один сетевой шуруповерт от компании Zuber DSHA-M3502. Тут уже производитель не поскупился и оснастил инструмент 5-метровым кабелем. Благодаря мощности в 500 Вт и крутящему моменту в 45 ньютон-метров этот электроинструмент отлично справляется с выполнением крепежных и сверлильных работ. Он с легкостью закручивает и выкручивает саморезы диаметром до 10 мм, сверлит отверстия в древесине диаметром 25 мм и в металле диаметром до 10 мм. Инструмент имеет две скорости работы, быстрозажимной патрон, подсветку и ограничительную муфту крутящего момента со множеством установок, которая предотвращает развальцовывание шлицов и порчу материала. Также стоит отметить, что в нем предусмотрена возможность крепления битодержателя и скобы с любой стороны, а замена щеток занимает минимум времени. Весит такой шуруповерт 1,6 кг и в руке лежит хорошо за счет проработанной эргономики. А благодаря наличию на рукоятке противоскользящих вставок он не выскользнет во время работы. В общем, если вы ищете мощный сетевой шуруповерт для использования в быту, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Это был топ лучших шуруповертов для дома. Ставьте лайк, если вам понравился ролик, и напишите в комментариях, какой из шуруповертов вы бы купили себе. Напомню, что стоимость всех участников топа можно будет узнать, перейдя по ссылкам, оставленным в описании. На этом у меня все, я с вами прощаюсь до следующего видео. А чтобы быть в курсе его выхода, подписывайтесь на час ремонта и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!